Здравствуйте, вы смотрите программу «Новости Сургут-24». В студии работает Дмитрий Круковец. И в начале выпуска коротко о главных темах. Уникальный опыт и бесценная помощь. Трем героям России, приехавшим в Сургут, рассказали о работе на Донбассе миссии гуманитарного добровольческого корпуса. В Сургуте за пару лет намерены избавиться от всего аварийного жилого фонда. Около 2 миллиардов рублей в этом году пойдут на расселение домов, признанных опасными после 2017-го. И 5 семей из аварийных домов в деревне Рускинская смогут отметить новоселье в ближайшее время. Им уже вручили ключи от квартир в новой многоэтажке. В Сургуте за 2 года намерены избавиться от всего аварийного жилого фонда. Об этом стало известно во время заседания городского штаба. В последние несколько лет муниципалитету удается привлекать значительные суммы на улучшение жилищных условий сургутян. С 2021 на эти цели, благодаря средствам из бюджетов всех уровней, было потрачено свыше 4 миллиардов рублей. Большая часть из регионального бюджета. Сумма, выделенная округом Сургут, в этом году пойдет на переселение из домов, признанных аварийными после 2017. Вам всего же 3 года назад требовалось расселить около 50 тысяч квадратных метров непригодного фонда. К началу 2024-го из этого объема должно остаться всего не более 2 тысяч. По состоянию на 1 января 2023 года нам необходимо расселить 426 семей. Общая площадь 16 213 квадратных метров. В 2022 году были проведены закупочные процедуры и приобретены квартиры с поставкой в декабре 2022 года. Застройщик в полном объеме передал квартиры нам в декабре 2022 года. И с января-февраля 2023 года нами проводится работа по расселению граждан. Жители уже постепенно переезжают, но некоторые просят отложить процесс до окончания учебного года и съедут из деревяшек летом. Кроме того, еще 465 семей ждут переселения из домов, признанных аварийными после 2017 года. Но улучшение условий этой категории сургутян также требуется чуть более 2 миллиардов рублей. Значительная часть суммы, благодаря соглашению с окружными властями, будет в распоряжении администрации Сургута. Некоторые из числа собственников предпочли получить денежную компенсацию, остальным закупят квартиры. Оформление документов на выплату средств начнется во второй половине мая. Аукционы на приобретение жилых помещений проведут в июне. Если получится реализовать, я думаю, получится то, что мы сегодня проговорили на штабе, то, что Наталья Владимировна нас поддержала, выделила нам деньги на реализацию этого проекта, то мы за этот год и за следующий справимся с этим. И аварийное жилье как явление города Сургута, массовое явление города Сургута, я думаю, скоро уйдет в историю. На заседании штаба отметили, что основная часть квартир по программе переселения выкуплена в новом микрорайоне Марьина гора. Там появится 26 многоквартирных домов. Запланировано возведение 2 школ и 4 садиков, спорткомплекса с бассейном, медицинского и торгового центров. При этом уже получено разрешение на строительство среднего образовательного и дошкольного учреждений. Надо понимать, что в конечном итоге в этом микрорайоне будет проживать более 18 тысяч жителей. Не все жители довольны вот именно таким местоположением своего нового жилья. Но я, знаете, помню, когда наши земляки из поселка Юность, это мой избирательный округ, переезжали с такого же аварийного жилья на улицу Ивана Захарова. Были такие же недовольные люди абсолютно. И посмотрите, что у нас сегодня происходит на улице Ивана Захарова, как быстро у нас строится город. Долгожданное и очень важное событие. 5 семей из аварийных домов в деревне Рускинская смогут отметить новоселье в ближайшее время. Для них и еще десятков жителей власти выкупили новый 4-этажный дом. В нем 56 квартир. На торжественной церемонии передачи ключей побывала наша съемочная группа. Карина Алексанян продолжит. Власти Сургутского района выдали ключи первым в этом году переселенцам из аварийного жилья, расположенного в деревне Рускинской. В ближайшее время смогут отметить новоселье 5 семей. В новом 4-этажном доме выкупили 56 квартир на общую сумму более 200 миллионов рублей. Большая часть средств поступила из окружного бюджета. Оставшиеся квартиры в этом доме распределят среди очередников. Еще 5 квартир отдадут тем, кто и проживает в служебных помещениях. На территории Рускинской расположено 10 домов, которые аварийные, 10 непригодные. Из 10 аварийных домов в
предыдущий дом, который мы приобретали год назад, мы расселили 6 аварийных домов. На сегодняшний день это 4 дома в остатке, которые нам необходимо будет переселить в этот дом. И вопрос с аварийным жильем на текущий момент будет закрыт. Непригодные дома обследуют, чтобы вовремя выявить признаки, характерные для аварийных строений. И в случае обнаружения оперативно включить в программу расселения. Наблюдали власти Сургутского района и за строительством капитального дома, предназначенного для переселения очередников. При строительстве выдается заключение о строительстве службы государственного архитектурного надзора. Вот, без него ни один объект не вводится. Вот. Ну, естественно, приемка при приобретении, выкупе жилья. Всего 56 квартир. Вот выкуплено в этом доме. То есть все 100% квартир для нужд муниципалитета. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой присутствовал на торжественной церемонии заселения многоквартирника. Он поздравил новоселов и вручил ключи каждому. Поздравляю вас. Спасибо за ожидание. Спасибо, что дождались. Покажите. 17 лет, он одноэтажный у нас. Туалет на улице. Так что, как вы думаете, долгожданное жилье? Мы с соседкой, у нас дом на два хозяина, вызвали комиссию, посмотрели все, приезжал мужчина, все проверил, посмотрел, да, и подтвердил, что жилье старое, это первые дома, которые были построены в Рускинской. И все, нас вызвали и дали бумажку, что ваше жилье аварийное, и в течение, вы знаете, это прошлым летом, соответственно, было... И вот весной получила, так что меньше года даже ждала. На сегодняшний день в Сургутском районе 569 домов считаются аварийными и включены в различные программы. Сейчас окружные власти разрабатывают новый адресный проект, который позволит ликвидировать весь деревянный жилфонд в Югре. Карина Алексанян, Айза Алхилаева, Даниил Панков, Сургут-24. Более 2000 тонн гуманитарной помощи отправили жителям Донбасса и бойцам СВО из Югры с марта прошлого года. Последняя миссия в составе 3 большегрузов уехала из Сургута в конце прошлой недели. Об этом рассказали сотрудники волонтерского объединения «Трем героям России», которые 8 и 9 мая побывали в нашем городе. Эдуард Логинов отметил и рассказал гостям об уникальном опыте и неравнодушных югорчанах, поскольку именно благодаря их усилиям удается регулярно организовывать гуманитарные конвои. Эта работа продолжается с 2014-го. Также у югорчан есть добровольческий опыт в Сирийской Арабской Республике. И в рамках выполнения этой задачи югорчане и представители делегации Героев России уже пересекались. Еще до СВО по Сирии, может, ребята уже говорили, по Сирии и от Республики Татарстан за несколько заездов отвезли туда 920 тонн всего. Это в первую очередь, конечно, те тяжелые времена, тогда СВО вообще не было. Это кондиционеры, это холодильники, это медикаменты, это то и так далее, вот это, вот это. Вот как вы говорите, самолетом, ну через, понятно, Министерство обороны, Чкаловска сразу напрямую в Сирию, и там все это дело вот непосредственно. Позвольте, я чуть-чуть тоже похвастаюсь. Да. Сирию, помимо гумки от города Сургута, то есть мы отвезли от Югры в целом, из Сургута вывезли, наверное, тонн под 100-то было. И помимо этого, это все, гумку увезли все регионы. Но мы единственные, кто поехал именно добровольцами. Я всегда в Национальном центре обороны Российской Федерации говорил, ребят, не совсем это корректно, когда мирному человеку выдает, ну, с оружием человек. Тот охранять должен, тот воевать должен. И у меня добровольцы, то есть и тема реально зашла. Добровольцы, гражданские добровольцы, когда выдавали вот эту гуманитарку, которую все регионы собирали. Вот в Сирии был такой тоже опыт. Что касается работы на Донбассе, то добровольцы наряду с бойцами проявляют себя организованными и ответственными. При помощи волонтеров, например, удалось запустить к жизни инфраструктуру Мариуполя. Там убирали мусор и следы разрушений, затягивали выбитые окна пленкой в больницах, школах и детских садах, раздали жителям 400 тысяч порций горячего питания. Эта работа не останавливается и сейчас. Со дня на день начнется выгрузка гуманитарной помощи, отправленной из Сургута на прошлой неделе. После этого посылки, письма, предметы первой необходимости передадут адресатам.
На сегодня ищем экстренно, может быть, у кого-то валяется, воспользуясь вот средством массовой информации, рюкзаки пожарного, то есть потому что пожары полыхают, добровольцы готовы выезжать, но закупить не получается, потому что, ну, в принципе, их просто нет в магазинах. Вот, наши тушат в Тюмени уже неделю, в Ханты-Мансийске принимали участие добровольцы в тушении лесных пожаров, ландшафтных пожаров. Поэтому вот, несмотря на то, что там СВО, миссия работает, здесь надо не забывать про местные кейсы, и, скорее всего, сейчас будем объявлять сбор помощи для погорельцев. В Сургуте появился новый военный экспонат в парке 31-го микрорайона. Торжественно установили танк Т-62. В марте боевая машина была списана из Центрального военного округа и доставлена в наш город. В течение нескольких месяцев представители молодежного парламента при Думе Сургута, активисты и просто неравнодушные сургутяне восстанавливали технику. Некоторые детали пришлось изготавливать вновь. Накануне Дня Победы танк занял свое место на постаменте. Это очень значимое событие. Мы долго ждали этого события, когда наконец-то у нас откроется такой и установится мемориал. На сегодняшний день таких мемориалов уже несколько. Вот. Здесь точка притяжения будет для всех патриотов, для молодежи. Танк был найден в очень плачевном состоянии. И за короткий срок им удалось его восстановить, сами видите, в каком состоянии. Я даже был бы очень удивлен, если его сейчас сфотографировать и отправить на то место, откуда его взяли, то его, скорее всего, не узнали бы. Танк будет находиться в парке 31-го микрорайона временно. Сегодня власти подыскивают место, где разместится так называемый Парк Победы. В музее под открытым небом планируется собрать выставочные экспонаты военной техники. А пока локация может стать местом проведения уроков мужества или точкой притяжения ветеранов, например, танковых войск. Буквально неделю назад мы вернулись с района боевых действий и как раз находились в гостях у танкистов. У героя России, не буду фамилии сегодня называть, значит, сегодня танковые войска нужны. И то, что ваш парк развивается, город развивается, мы очень этому рады. Андрей Сергеевич, всегда готовы поддержать, помочь. Пусть здесь у вас будут вертолеты, самолеты и так далее, пусть развивается. Сегодня нашел, приобрел свое место танк Т-62. Это легендарная машина, это традиции советского, российского оружия. Я благодарен Центральному военному округу за предоставленную машину. Я благодарен депутатам Думы, кто доставил эту машину в город. И, конечно же, молодежной палате при Думе города Сургута, ребята, которые вложили силы и труд, чтобы ее восстановить. И это, наверное, одно из самых важных, что сегодня надо делать. Беречь и охранять свою историю. Не позволить никому ее исказить или стереть. И мы точно справимся с этой задачей. С 78-й годовщиной Великой Победы Сургут поздравил ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии. Творческий коллектив выступил с театрализованным концертом «Домой с победой». Музыкальная программа «Реконструкция периода Великой Отечественной». Солисты подобрали репертуар, соблюдая хронику 1941-45 годов. Начальник ансамбля рассказал журналистам о подборе произведения, а также поблагодарил власть муниципалитета за приглашение и теплый прием. Мы старались помимо концерта соблюсти блоки театральной постановки, некоторые театрализации. Будут прослежены конкретно блоками и сюжетами. То есть первый блок будет посвящен женщине, образ женщины, страдания на войне, потому что первое это все ощущают женщины, когда провожают мужа на войну, начали с этого. Придет блок отдыха. Мы показываем различные рода войск, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Это и артиллеристы песни, и песни про моряков, танец «Яблочко». То есть все идет по блокам, и все вы увидите. И в конце, как завершение дороги, путь домой, домой с победой, мы показываем победный блок. То есть то, что мы победили, гармошка фронтовая, те песни уже, которые посвящены были победе.
Ансамблю песни и пляски Уральского округа Росгвардии уже 63 года. Первый концерт коллектива датирован 9 мая 1960-го. За последние 5 лет солисты отыграли более 200 выступлений перед россиянами. 9 мая часть ансамбля гастролировала в Екатеринбурге, другая в нашем городе. В Сургутской филармонии звучали популярные песни времен Великой Отечественной. Артистам подпевали гости мероприятия. С торжественным словом к залу обратился и приглашенный в наш муниципалитет Герой России Сергей Тулин. Мы посвящены посещением вашего города. Я впервые здесь. Здесь неформальная обстановка. Здесь действительно огромнейший потенциал и патриотизм. Здесь 109 национальностей. Это величие, это великая наша Россия. 3 дня интенсива, креатива и командной работы. Подведены итоги конкурса цифровой мультипликации «Медиафестиваль». Сургутские школьники 5-11 классов создавали анимационные фильмы своими руками на протяжении 3 дней. Впервые мероприятие состоялось в очном формате. Прежде ребята придумывали и презентовали сюжеты самостоятельно и удаленно. В этом году организаторы собрали участников события на базе Технополиса, что на улице Рабочей, 43 в Сургуте. Не у всех команд получилось завершить создание мультиков до финала, но теперь, уверены школьники, зная программные ресурсы, сделать это будет несложно. В продолжении нашего проекта будет то, что у робота он будет делать добрые дела и так далее. Именно мы выбрали робота, потому что сейчас сильно развита техника, а в будущем, мне кажется, еще сильнее она будет развита. Именно я хочу, когда вырасти, создавать игры и заниматься программированием. Я просто занимаюсь программированием, ну, для себя, для своей души. Возможно, я и буду на этом зарабатывать, но я не уверена. В медиафестивале приняли участие 39 юных сургутян из 7 образовательных учреждений. Призеров наградили в 2 возрастных категориях. Это ученики 5-7 и 8-11 классов. Начинающие мультипликаторы работали по 3 тематическим направлениям. Про друзей, лучшая профессия и мир будущего. Эксперты обращали особое внимание на авторскую идею, оригинальность творческого решения в анимации и звуковое сопровождение. Победителями стали мультики про друзей от команд гимназии, лаборатории Салахова и 9-й средней школы Сургута. В этом году удивительное превращение фестиваля в немножко другой формат. 2 дня ребята работают здесь по темам, которые им заданы. И, по сути, мы с вами имеем дело сегодня с теми работами, которые появились на наших глазах в течение 3 дней, результат работы ребят. В фестивале участвуют 13 команд разных образовательных учреждений. И, на мой взгляд, это первый шаг ребят к большой анимации, потому что... Вот еще раз хочу обратить внимание, что советская анимация, российская анимация – одна из самых сильных в мире. В Саратовской области прошли 22-е молодежные дельфийские игры России. Это комплексные соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. В них поучаствовал сургутский художественный коллектив, вокальный ансамбль «Альтус» из городского культурного центра. На соревнованиях ребята завоевали серебряную медаль в возрастной группе 10-16 лет в номинации «Эстрадное пение» с номером «Блоха». Всего в играх приняли участие команды из 80 субъектов Российской Федерации. За победу в 34 номинациях боролись 2500 человек. И, как отзываются наши призеры, задача попасть в 3 лучших не из легких. Все конкурсные дни были для ансамбля насыщенными и эмоциональными. Начали мы готовиться еще с того года. Заявку подавала наша преподаватель в последние сроки, потому что об этом не афишировалось как-то. Вот. Но благодаря Екатерине Борисовне мы смогли попасть туда. Было очень много конкурентов, было страшно, было дикое волнение. Мы там готовились с утра до ночи, каждый день мы приезжали в лице имени Шнитке, и там с утра до вечера занимались.
В сфере творчества Дельфийские игры занимают место аналогично позиции олимпийских в спорте. Такие соревнования проводятся для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи в нашей стране. Кроме того, состязания творческих коллективов воспитывают в детях эстетические и патриотические качества, а также формируют нравственные ценности среди молодежи. Организуют и проводят игры Национальный Дельфийский совет России и правительство Саратовской области. Конкурс проходит в два тура. В первом туре обязательное произведение – это патриотическая песня, вторая по выбору. Но для того, чтобы пройти во второй тур, нужно победить в первом. И второй тур – это акапельное произведение. То есть, на самом деле, обычно на конкурсах мы готовим два произведения, то здесь три произведения. Это действительно сложно, это высший пилотаж. Тем более, если посмотреть, что участники Дельфийских игр – это в основном учащиеся детских школ искусств. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте www.indifisnews.ru. У меня на этом все. До свидания. Детский центр «Hope Kids», входящий в группу компаний «О-Медиа», в минувшие выходные отметил свой день рождения. Уже два года здесь дарят посетителям незабываемые эмоции, а сотрудники каждый день стараются удивлять и радовать своих гостей. Сегодня у нас день рождения, мы встречаем наших маленьких сургутян. Сегодня у нас постоянные наши клиенты получают от наших аниматоров кучу эмоций, энергии. Они сегодня будут играть, веселиться, дискотека. Ну и, конечно же, у них сладкий приз еще будет. Ну как в день рождения и без сладенького. Поэтому у нас сегодня запланирована большая, крутая программа. Вообще у нас с каждым годом все больше и больше клиентов. Мы не останавливаемся на этом. У нас и планируется не только эта точка, но еще в будущем мы планируем еще открывать. Hope Kids с радостью организуют и проводят самые главные и важные события для ребят. Это дни рождения, выпускные, утренники. На базе детского центра проходят интересные, а зачастую эксклюзивные мастер-классы, подготовленные костюмированные программы. Есть все, чтобы праздник оказался незабываемым. Моя работа – это веселить детей, приносить им радость. Они приходят отмечать свой день рождения, поэтому мы делаем все, чтобы этот день запомнился им навсегда. Очень приятно, когда они ждут своего героя. Например, ты выходишь в «Человеке-пауке», и они, как только приходят, именинник уже одет в «Человека-паука», у него футболка, носки и все остальное под тематику. И это очень приятно. Родители выбирают Hope Kids, так как уверены, их ребенок будет в безопасности и уйдет только с положительными эмоциями. Подумали в центре и о комфорте взрослых, пока те ждут окончания детской вечеринки. Для них на территории центра работает кафе. Мы познакомились с Hope Kids уже с самого основания, с самого начала этого комплекса. Нам нравится место расположения, нам нравится интерьер, поэтому для меня очень важно это. Нам нравится коллектив, как нас здесь встречают, как здесь проводит время мой ребенок. Ему очень комфортно, мне как родителю спокойно и, соответственно, просто здесь очень крутая атмосфера, и поэтому мы с этим комплексом уже два года. Детский центр сотрудничает с благотворительным фондом «Траектория надежды». И для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в центре также организуют праздники, чтобы они понимали, их события нужны и важны не только самим детям, но и тем, кто их окружает. Впереди у центра еще много планов. К примеру, в будущем он станет не только развлекательным, но и учебным, чтобы ребятам было интересно не только играть, но и познавать. История создания центра берет свое начало как бы не просто с идеей того, что там дети должны развлекаться. А тот этап реализации проекта, который мы видим на сегодня, это только первый этап из пяти. В последующем этот детский развлекательный центр должен перерасти в некий осознанный проект с точки зрения не просто выматывающих развлечений и там, где дети там развлекаются, а в какой-то более осознанный проект, где дети не только получают удовольствие от развлечений, но также учатся, получают какие-то новые компетенции и знания. То есть это будет некий микс развлекательного центра, музея, а также школы. Детский центр Hope Kids рад видеть юных гостей и их родителей ежедневно с 10 утра до 9 вечера по будням и с 10 до 20:00 по выходным. Адрес вот уже третий год неизменен. Улица Университетская, 19.
Безоперационная пересадка волос в центре Акватория. Быстро, эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через 2 месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте 390428. Что такое готовая квартира в новостройке? Это возможность выбора свежих, интересных планировок и этажности. Ремонт, который точно обойдется дешевле. Новые коммуникации, новые окна, новые детские площадки и паркинги. И ваша новая жизнь. Новостройки в самых разных частях города и района от компании «Сипромстрой» уже в продаже. Ипотека 3,9% на весь срок. Паш! Маша, не сейчас. Паш. Маша, не сейчас. Паш. Маш, ну не сейчас. Маш, а интернета-то нет? Я тебе целый день об этом хотела сказать. А интернет от Телеплюс работает всегда. А еще Телеплюс – это умный домофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение в едином тарифе. Звони скорее, будем подключаться. Новости и интервью, развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры на Рутюб-канале О-Медиа. Сургут 24. Подпишись, будь с нами в центре событий. Рутюб канал О-Медиа. Сургут 24. 16+. Хорошо там, где есть радиодача. Домашние и дикие, дружелюбные и опасные, популярные и экзотические. Какие разнообразные животные! Встречайте их в познавательной программе для детей и взрослых «Усы, лапы и хвост». Смотрите каждое воскресенье в 11:00 на телеканале «Сургут-24».